Ноябрьские подвели итоги конкурса «Учитель года». Напомню, конкурс стартовал 5 февраля. Участие в нем приняли 12 работников школ и детских садов. Педагогам пришлось пройти ряд испытаний, завершились которые сегодня. Итак, по итогам конкурса лучшим преподавателем города признан учитель истории из 6-й школы Константин Панкевич. Среди работников детских садов победила музыкальный руководитель детсада «Малыш» Ольга Волкова.